объезд имеется по Сухому, правильно, Дмитрий Александрович? Там порядка 20 километров, но тем не менее объезд имеется по твердому земляному полотну. Здесь после схода воды, понятно, вряд ли возможно передвигаться, потому что такая серьезная там жижа, ну это топь так называемая, да, и нет смысла здесь рисковать и сделать какие-то там переходы. После прохождения паводка по реке Волга запланированы работы по восстановлению разрушенных ГТС земляных насыпных перемычек, являющихся единственным дорожным сообщением, и установкой водопропускных труб большого диаметра в количестве 2 штуки на плотину номер 1 и 6 штук на плотине номер 2. Укрепление их бетонными тетраэдами с целью сохранения живучести данных сооружений и обеспечения соответствующего уровня жизни постоянно проживающего там населения. Все необходимые материалы уже завезены и складированы в селе Плеханы. Данные виды работ будут организованы эксплуатирующей организацией МКУ уже. Так, по Бетеляк, вторая плотина, когда будет у нас отсыпаться? Потому что первая у нас уже пересыпана, и вторая. Проезд там есть, но не очень хороший. Проход есть, но тем не менее надо сделать... На этой неделе рассмотрим варианты и предложения по отсыпке данной плотины.